Я Андрей Майер, рад вас приветствовать на канале «Просто о мультиварке». Сегодня мы будем готовить гречку по-купечески. Начнем с продуктов. Примечание. Для вашего удобства рецепт будет полностью приведен в описании под видео. Итак, нам потребуется 40-60 мл подсолнечного масла. Все зависит от того, плоское ли дно у чаши вашей мультиварки. Если оно плоское, то 40 мл хватит. Если же с выступом небольшим, то придется 60. Гречки 300 грамм. Ну, в принципе, это основа. Обычная любая гречка подойдет. Воды 750 мл. Это, в принципе, в 2,5 раза больше, чем гречки. Лука 100 грамм. Хватит, в принципе, более чем. Морковь. Все зависит от того, какой вы хотите увидеть финальное блюдо. Если покрасивее, поярче, то где-то 200 грамм, как и в данном случае я. Если не любите морковку, можете добавить 100, но для красоты бы не помешал. Мясо, свинина 300 грамм. Ну и соль по вкусу, собственно. Вот на этом по продуктам у нас все. Итак, продукты приготовлены. Лук мелко пошинкован, морковка порублена кубиками, ну и мясо, собственно, тоже маленькими кусочками. Ну, начнем, собственно, приготовление. Шаг первый. Это мы выливаем подсолнечное масло в мультиварку. Главное, чтобы дно было закрыто. Это самое важное. То не дай бог что-нибудь. Далее туда следует морковка, лук. В принципе, можно, конечно, изначально туда масло включить, чтобы оно нагрелось. Но, в принципе, разницы, на мой взгляд, большой не будет. Включаем мультиварку. Так, режим жарко, 15 минут, нажимаем старт, все, поехали. Ну вот и прошло 15 минут, в принципе это единственное время, когда мультиварке требуется внимание, то есть желательно каждые 5 минут перемешивать. Ну, пришла очередь воды, гречки и соли. Как видим, получилось очень даже красиво, легкая желтизна. То есть уже прям 15 минут это самый раз по мелочи. Ну и теперь, собственно, пришла очередь воды. Гречи. И столовые ложки соли. Ну, соль, знаете, кому как повезет. У кого соленая ложь. Сильно соль, у кого слабая, в данном случае моей хватает одной без горки. Вот, в принципе, все, включаем на крупу и нажимаем старт. Все, через 30 минут, я думаю, можно будет что-то интересное показать. Полчаса позади, наступает финал. Ну, что можно сказать, выглядит очень интересно, очень красиво. Пахнет еще лучше. Чуть-чуть положим. Как вы сами видите, морковка совсем не лишняя. Добавим чуть-чуть укропа. Посыпем это дело. Лишним тоже не будет. Ну и для красоты, я думаю, не помешает ложка горошка.